Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – щасливе сімейне життя. Чи можливо воно в умовах сьогодення? Саме про це ми спитаємо нашого сьогоднішнього гостя. Протоиерея Геннадія Дьякова, настоятеля Свято-Симеоновського собору. Отец Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Тем более, что и тема нашей сегодняшней беседы о счастливой семейной жизни. Потому что мы, дорогие телезрители, продолжаем цикл наших духовных бесед о церковных таинствах. Так вот, таинство венчания – это тоже очень большое и великое таинство, да, отец Геннадий? И, может быть, оно, именно таинство венчания, является залогом счастливой семейной жизни? Ну, залогом счастливой семейной жизни является, конечно, вера и любовь супругов. Потому что многие понимают таинство венчания как, говорите, залог или гарантия крепкой семейной жизни. И с такими воззрениями, понятиями они к этому и подходят. Они ожидают, что после венчания у них сразу все, и любовь появится, и достаток появится, и счастье появится. Таинство венчания – это благословение Божие, которое дается, почему называется и таинство, что невидимо Господь присутствует в момент соединения двух дух супругов, любящих людей. Благословляется, но не гарантируется, как, впрочем, все остальное. Господь благословляет нашу жизнь, но не гарантирует ее успешность, все зависит от нас самих. Также таинство венчания, оно предусматривает благословение Божие на брак, оно освящает этот брак. И человек уже далее, если он соблюдает то, что рекомендуется в тех молитвах, которые мы читаем в венчании, это долгое терпение, любовь, союз двух людей, любящих и уважающих друг друга. Это отношение мужа к жене, как мужа к жене, как к церкви, возлюбить их церковь, а жене к мужу, как к голове церкви, как к Христу. Если это соблюдается, конечно, будет долгий счастливый брак. Если этого нет, то оно не гарантирует. Отец Геннадий, коль мы коснулись темы таинства, мы уже говорили о таинстве крещения, мы говорили о таинстве Евхаристии, святого причастия. И вот таинство венчания, то есть мы постепенно ведем. Вот вы говорите, что во время таинства венчания Господь присутствует незримо между супругами, рядом с супругами, и благословляет их брак. Но если есть благословение, если есть озарение, то почему не может быть счастливой жизни? Да, я понимаю, что зависит от нас, но не все. Не все зависит от нас. Конечно. Ну, как в любом деле, в таком деле, как совместная жизнь, всегда, если мы делаем правильные, нужные шаги, то Господь нам помогает. Если мы их вообще не делаем, и не хотим делать, конечно, Господь против нашей воли не идет. Это имеется в виду. Поэтому здесь должно быть именно желание двух супругов, чтобы жизнь была хорошей, желание. А не так, там, жена или муж хочет, или как чаще всего бывает, еще они уже жена и муж долгое время, они хотят венчаться. И кто-то из них один ждет, что вот перестанет муж пить, перестанет какие-то нестроения в семье быть. Но после это, венчания, да? Да, но это не так. Бывают даже скорбные моменты, что после венчания семьи разваливаются, потому что они не получили ожидаемого и дальше разводятся. Все происходит еще потому, что к самому таинству, как я уже выше говорил, что подходит не так, как оно должно подходить. Но это очень красиво, да, и это модно. Это красиво, модно. В древности все было, как оно должно быть. До того, как хотели сочетаться два человека, они объявляли церкви минимум за неделю. И это первое условие. Второе условие – это должны были люди, которые этого прихода, которых знает священник. Вот, и за это время вот это, они как бы объявляли, что они хотят быть мужем и женой, и узнавалось, кто они такие, чего, что, нет ли возражений у кого-то из прихожан к ним. Вот, бывали даже раньше случаи, что желала, значит, девушка выйти замуж за человека, а он оказался потом беглым каторжником. Когда уже священник исследовал, кто он такой, откуда, чего. Раньше картотеки были более глубокие у нашей охранки. Несмотря на русской, то, что отсутствовала вот эта компьютеризация, да, все перечень. Картотека была, все в общем исследовалось, обследовалось. Да.
И такие были скорбные случаи. И брак не совершался, то есть венчание не совершалось. Потом после недели совершалось, в начале этого до 1998 года было просто как сватовство у нас называлось. Тут приходили, значит, в семью, и мать, и отец, они благословляли супруга, это как своего рода помолвка была. Как назывался сговор, это раньше такое было слово интересное. И они получали благословение у родителей, но это еще не было гарантия, что это не было именно обручение, которое у нас есть сейчас введено в таинство венчания, оно было введено уже 4 века и уже является неразрывной частью самого венчания. То есть идет сначала обручение, когда читаются молитвы, супруги будущее благословляются, они, значит, колечки одевают. Колечки одевают, да, вот потом они троекратно меняют сами, или священник меняет на того, что они принадлежат друг другу, дают залог друг другу, как бы. Вот. Кольцо означает символ вечности, неразрывности вот, союза супругов. И раньше это было отдельным актом, а сейчас это все является неразрывной частью самого венчания, обручения. Потом само обручение. Обручение тоже много читается молитв, вот, после того, как уже стало известно, кто они такие, спрашивается, не обещался ли ты иной невесте. Но сейчас это имеется в виду, все думают, что это только не обещал ли ты жениться. На этом все успокаивает. Но это имеется в виду, не был ли ты вообще с мужем, с другой женщиной или с другим мужчиной до того, как ты вступил хочешь вступить в этот союз. А если был, тогда что? Ну, это он должен сказать, чтобы это уже как-то, знал другой супруг, это было бы с его стороны честно, и это бы учитывалось. Да. Угу. Но сейчас как, немножко по-другому к этому относится, к сожалению. Размыты некоторые нравственные ценности. Да, не такое серьезное отношение. Ну, до того, как совершается таинство, вот, ранее это требовалось причаститься, исповедоваться, причаститься, вот, и уже подойти чистым, таким духовно к этому самому таинству. Сейчас многие это опускают, но у меня были несколько случаев, когда люди так относились очень легкомысленно к этому таинству, и они просто падали в обморок в момент таинства. Оба. Они далеки были до церкви, никогда не исповедовались, никогда не причащались. И я поворачиваюсь, а там никого нет. Все, опа! Все и что? Лежат или на стуле сидят без памяти. Ну, откачали их. И вы продолжили венчать? Ну, конечно. Они уже стояли после этого уже с благоговением, уже перепуганные, что... То есть не все... Таинство – это невидимое соединение двух душ происходит. Это не просто так, что говорится в молитве, что лишь бы сотрясать воздух словами, а действительно Господь соединяет в одно целое супруг. Чем время проходит, они даже физически начинают быть похожими не только привычками, а и внешне друг на друга, какими-то чертами лица. Отец Геннадий, ну там есть такая замечательная молитва или слова, когда священник произносит во время таинства венчания, что Господь сочетал, человек да не разлучит. Но, как мы уже обозначили, когда мы, я думаю, телезрители согласятся с тем, что ну вот повенчались люди и разошлись. Что Господь сочетал, человек да не разлучит. Как же ж получается, они повенчались, разошлись. Молитва прозвучала. То есть они все равно остаются соединенными друг с другом? Да, поэтому если человек хочет после развода еще раз жениться, он идет благословение, берет у правящего архиерея на разрешение. Но это тоже больше акт для человеков, поскольку что соединяется, но все равно навсегда? Он накладывает какой-то отпечаток на всю жизнь вот человека. Он все равно ощущает вот эту поврежденность натуры. Ведь брак еще был установлен еще Богом в раю между Адамом и Евой. И благословлен. Он дал Еву Адаму и сказал, что это, да, вот это твоя жена. И с тех пор у нас брак – это священный союз. Отец Геннадий, брак – священный союз. В разный период времени, в разные отрывки времени его пытались как-то нивелировать, например, после Октябрьской революции, что можно жить вместе там с кем хочешь, сегодня с одним, завтра с другим и так далее. Но тем не менее проходит время, люди понимают, что без вот этого освященного союза, но хотя бы записанного
на бумаге, невозможно построить общество. Итак, можно сказать, что брак – это жизнь мужчины и женщины в браке – это одно из главнейших моментов вообще всего человечества. Это основа стабильности государства, потому что что такое семья? Это часть государства маленькая. Вот. Если она крепкая, есть свои устои, оно не разваливается. Естественно, и государство крепкое, оно не разваливается. Поэтому сейчас такое отношение к браку, сейчас называют сожительство гражданским браком. То есть это когда живут вместе без росписи. Без росписи. Мы уже не говорим о венчании, живут вместе без даже росписи, да? Да. Называется это сейчас гражданским браком. Вы так думаете? Нет. Ну, гражданский брак – это когда человек расписывается. Угу. Церковный, когда он венчается с человеком. Раньше, до революции, церковный брак был как само законом, собой разумеющийся. Законом, да, не было такого, там расписывались. Почему и раньше были еще… Понимаете, еще свидетели, у нас они просто сейчас держат венцы. Раньше они, свидетели, они как бы гарантировали, они поручались за жениха и невесту, они даже расписывались там, как сейчас называется, брачный союз, там, брачный договор. Они расписывались, что они, да, они гарантируют, что вот такой хороший человек, что вот он будет хорошим мужем или там хорошей женой, и свои ставили подписи. Они так же, как и восприемники, как крестные родители при крещении, они являлись помощниками вот в сохранении союза этого, они помогали этому. То есть они тут не просто держали венцы, они имели какие-то свои, так сказать, обязанности и ответственность определенную. Сейчас многие оправдываются тем, что ну что такое брак? Ну расписался, ну это бумажка. Ну эта бумажка предусматривает заботу о другом человеке. Ты уже, если расписываешься, ты уже о нем обязан будешь заботиться, ты уже будешь обязан с ним разделить все, что у тебя есть, потому что это твоя вторая половина. Даже без венчания. Многие этого не хотят, да, если просто роспись. Угу. Да. Поэтому многие говорят, ну, пожил, ну, не пожил, или как, ну, вот получилось, не получилось, а вдруг не получится. Так, извините, если вы верите, верующие люди, Господь сочетает, то все получится в жизни, и счастье, и дети, и все остальное. Потому что все равно потом многие приходят к этому, когда не благословляется, нет детей. И они идут и в церковь, и венчаются, идут в источники, окунаются, и причащаются, дети. И дети появляются, конечно, да? Это уже много раз так было. Поэтому лучше сразу все сделать, как оно должно быть. Тогда будет семья крепкая, счастливая и любящая, понимающая. Отец Геннадий, сегодня немножечко по-другому. Сегодня молодые люди начинают жить вместе. Для чего? Для того, чтобы присмотреться друг к другу. Вот они живут, потом они понимают, что в принципе они подходят друг другу, и они устраивают свадьбу и венчание после определенного количества прожитых лет. Это нормально? Вы правильно сказали, чтобы присмотреться друг к другу. Да, и они думать живут вместе. Слова. Угу. Ну не жить. Зачем жить вместе, интимно жить, если нужно только просто присмотреться? Ведь человек теряет тогда именно вот ту связь душа с душой, чтобы понять человека, не нужно там тащить и заниматься, просить интимной жизнью. Нужно с ним поговорить, нужно с ним пообщаться, не обязательно вместе в это время жить. Это раньше так оно и было, ведь ухаживали, и годами ухаживали, и это уже было видно, что человеку не важно вот, обладать этим человеком, ему важно с ним быть, ему важно с ним общаться, ему интересно с ним общаться. А сейчас этого же нет. Они, люди, чаще всего, молодые люди, они подразумевают под том, как подходит, не подходит, только вот именно эту часть, эту телесную. В интимном плане, да? Да, и но... все. А то, смотрите, как они, каждый занимается своим делом. Как один ходил где-то там по ночным клубам, так он и ходит. Как она где-то с подружками девичники устраивала, так она и устраивает. Что изменилось? Как они могут понять друг друга, если они живут не вместе, а каждый отдельно, то только собираются вместе вечером там, или когда там, каким-то дням. Поэтому это все искажено, и люди сами себя обманывают просто. Возьмите, почему раньше браки были такие крепкие? Потому что было позор, если мужчина узнавал, что то есть парень узнал, что девушка у него не девушка. Это было страшно, это позор. В многих народах до сих пор там побивают камнями.
Ну, это тоже просто... ненормально, отец Геннадий. Нет, ну, я вам говорю, ситуация я не говорю, что это разные. Нормально или ненормально, это мы не обсуждаем. Я говорю, это насколько уровень важности этого в многих племенах есть. Ну да, девушка да. не девушка, а юноша, может, при этом нет, быть тоже совсем самое, не юноша, то самое, но... То же самое. Возьмите Евангелие, то есть Библию, простите. Там первые дети написаны, когда появлялись у мужчин. Когда ему было 150 лет, когда было 170 лет. А до этого он не был детским, потому что были строгие законы, его тоже могли побить камнями. То есть он тоже хранил целомудрие. Конечно. То есть целомудрие... Это было естественно. Целомудрие было... должны хранить не так, как сейчас принято девушки, хотя уже да. это и это не принято, а целомудрие присуще не только девушкам телезрители, но и юношам. Это было нормой. Почему сейчас говорят, есть грех страшный, содомский грех? Все подразумевают совсем другое, не то, что есть на самом деле. Содомский грех, из-за что погибло два города Содом и Гоморра в пепле, сгорели. За то, что это стало нормой их жизни, нормой. И насколько это стало нормой, когда три ангела пришли тогда к Ною, так, они захотели, люди, их познать, этих ангелов. Ангелов, они даже не сумели различить, кто перед ними. Насколько вот пал народ низко, это стало нормой жизни. Человек, к сожалению, сейчас становится нормой жизни, все самое плохое. И браки там с однополой, так называемые, прочее. Да. Это тоже Содом и Гоморра, независимо, что это две женщины или два мужчины. Это страшно. Когда станет это нормой, тогда вот будет самое плохое, тогда будет гибель. Но, отец Геннадий, к сожалению, в некоторых частях нашего света уже это становится нормой. И поэтому сожительство мужчины и женщины, даже пусть без оформления брака, выглядит вполне невинно и пристойно на фоне всего остального. Отец Геннадий, но хотелось бы, понимаете, не хочется не пугать зрителей, не как-то не стращать, даже не читать нотации, правда? Потому что жизнь, она и так такая сложная, и такая жесткая, тем более у нас здесь. А вот хочется быть счастливым, и чтобы... И ты любил, и тебя любили. В принципе, с одной стороны, что? Рассказывайте. Для этого нужно просто искренне любить человека. Если ты искренне любишь человека, тебе все равно. Ты запишешь, не запишешь. Ты будешь просто хотеть участвовать в его жизни, хотеть заботиться об этом человеке. Быть с ним рядом, разделять с ним все, а не бегать там на мальчишник или девичник. Просто любить по-настоящему. Тогда все будет получаться. Но, к сожалению, этого нет. У нас воспринимают любовь как просто вот желание, тягу к человеку физическую. А любовь – это совсем не... Как раз первый признак любви – это умение пожертвовать собой и желать, чтобы другому было хорошо, не тебе, а другому, которого ты любишь. Угу. То есть не мне с ним хорошо или не мне с да. ней хорошо, а чтобы ей или ему да. было со мной хорошо. И для хорошо. Этого все делает, да. Вот это настоящая любовь. Человек забывает себя в любви, он помнит о другом человеке. Это и есть Христова любовь, когда ты думаешь о другом, не о себе. Не важно, что у тебя, важно, что у другого человека. Тогда это настоящая любовь. Ну да. Жертвенность. Христос висел на кресте, он не думал о себе. Ему было больно, ему страшно было, как человеку. Его человечество страдало. Но он думал о других людях, он даже о них молился. Господи, не вы, подними им, они не ведают, что они творят. Не во имя, чтобы не наказывая их, они не ведут, они не знают, они слабые человеки. Это высшая степень любви. Это, даже когда тебе страшно, больно, ты не думаешь о своей боли, не думаешь о том, как тебе тяжело, ты думаешь о том, как этому человеку будет потом, как ему тяжело будет, когда он осознает это все, что он делает. Отец Геннадий, а вот психология различает разные виды любви. Любовь к родине, любовь к родителям, любовь к детям и любовь к мужчине. И говорят, что это совершенно разные виды любви. Это так? Или любовь не Нет, может быть? Любовь, вот мне удалось, слава Богу, общаться вот, со старцами некоторыми. И старцы – это люди, которые... Обычно монахи, они ушли из жизни, часто в затворах они. И когда ты общаешься с этим человеком, у него в глазах одна любовь ко всем. Он просто тебя любит. Вот если разговариваешь, он тебя гладит по ручке. И так смотрит на тебя, как будто он твой настолько родной человек. И тебе не хочется говорить что-то плохое, сделать ему что-то плохое. Потому что его любовь так тебя окутывает, что ты невольно становишься ну, как-то сопричастен к тому,
той любви, которая в нем есть. Потому что любовь настоящая, она заражает. Поэтому Господь говорит, возлюби ближнего, Бога и ближнего, как самого себя. А вот есть еще такие слова, друг друга тяготы носите. Это тоже из этой же области? Конечно, конечно. А что значит друг друга тяготы носите? Он старается помочь, когда тяжело друг или плохо, своему возлюбленному или возлюбленной, а она ему в свою очередь. То есть не носите тяготы свои, а друг друга. Он его тяготы, она его тяготы носит. И получается взаимность. Человек больше понимает, так, больше тянется к этому человеку. Может, это не сразу произойдет, но если один любит другого человека, то все равно тот, который еще слабо любит или вообще не любит, он все равно заразится этим. Он придет время, и он подтянется к этому. Если есть настоящая любовь, да? Да, но должна быть настоящая любовь. Но это не всегда бывает. Не всегда бывает. А есть люди, которые, ну, не способны любить, или они просто не встретили человека, которого бы полюбили? Ну, всякое же бывает в жизни. Каждый способен любить. Просто нужно, если одно условие духовной жизни, забыть себя и не верить себе. Когда человек будет только думать о себе и заботиться только о себе, он никогда не сможет почувствовать любовь к другому человеку, потому что у него будет преобладать любовь только к себе. Себелюбие, самолюбие, вот это самое страшное. А знаете, есть еще один вид любви, когда человеку кажется, что он очень любит, ну, наверное, он действительно любит ближних, там, мужа, жену, детей, но эта любовь она удушающая просто. И хочется от этой любви бежать без оглядки. Это не любовь. Это знаете, как в том анекдоте, Сеня, когда мать зовет ребенка, Сеня, иди домой, мама, я замерз, нет, ты хочешь кушать. Вот это не любовь. А что это тогда? Это просто долг человек делает, выполняет долг к детям, к супругу и прочее. И этим тяготится. Любовь, человек не тяготится. Не тяготится? Не тот, который любит, не тот, кого любят, да? Вот вы знаете, почему святые отцы наши, сейчас вот старцы есть в горах, на Афоне и в других местах, которых мы не знаем, почему они закрываются одни? Не потому, что они не любят людей. Они хотят быть ближе Бога и хотят быть всецелы в этой любви к Богу. Что такое молиться? Общаться с Богом постоянно. Мы сейчас говорим, молиться там час-два, тяжело. Вот мы были в монастыре в одном городе, там молятся 13 часов. Беспрестанно? Да, молятся, читают, славословят Господа, кушают раз в день. Воды там очень мало, и люди там счастливы. Не написано, скорбь у них такая, или там тягота как у преступников, сидящих в тюрьме в одиночке. Они счастливы. Поэтому человек, если любит, он, как говорится, его все устраивает. Все устраивает. Да. А если отец Геннадий все-таки, ну, он видит, что вот его любовь не может исправить какие-то пороки другой половины? Значит, он будет стараться, чтобы исправить. Будет долготерпеливым. Угу. И так будет говорить с этим человеком, так будет общаться, чтобы именно его действия были направлены так, чтобы исправить этого человека. Ну, не исправить, а это, если он будет так стараться исправить, ничего не получится, чтобы как-то помочь этому человеку. Потому что исправить и помочь – это тоже понятия разные. Да. А чем они отличаются, кстати? Ну, исправить – это больше к учителям относится, такое будет и действие у него, соответственно, назидательное какое-то. А помочь он будет стараться осторожно, как умелый врач, чтобы не сделать больно, чтобы как-то так осторожненько поправить, направить того человека, не дай Бог, там что-то, чтобы не так как-то он отреагировал, чтобы не разрушить вот эту связь между этим человеком. Странно, да. Отец Геннадий, как-то позиция православных священников, вот коих вы представляете сегодня в нашем эфире, она как-то расходится в разрез с мнением психологов, которые говорят, что в браке нужно обязательно сохранять себя, а православная церковь учит, что в любви нужно растворяться без остатка. Как-то так, знаете, диаметрально противоположно. Простите, я перебил вас. Я как-то раньше ездил, сейчас у нас были очень такие большие по объему рождественские чтения международные, и там разные секции. Одна из секций была психология. И там выступали профессора, доктора наук, и одна профессор стоит и говорит, вы знаете, раньше у нас, вот тогда еще когда был Советский Союз, выпускали психологов буквально считанные институты. Сейчас, говорит, 700. Угу. Теперь, вы заметите, какой уровень это психологов. И что они могут вам
предложить. Да. А православная церковь стояла, стоит и стоять будет до скончания века. Поэтому, друзья мои, лучше, конечно, прислушиваться к советам тех, кто знает. А наша православная церковь знает много. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был протоиерей Геннадий Дьяков, настоятель Свято-Симеоновского собора города Николаева. Отец Геннадий, спасибо, спасибо, спасибо вам большое, что вы приехали, что вы просветили. Я надеюсь, телезрители, что все-таки просветили нас всех, что любовь – это жертвенность, но при этом ты остаешься счастливым, когда ты даешь. Друзья мои, пусть в вашей жизни будет любовь. Це була розмова на тему. На все добре.